И всем привет! Вы на канале Эски. И сегодня у нас челлендж какао. Мы будем смотреть по очереди, что в коробках. А потом, кто что посмотрел, решает, менять коробки или нет. Лефа. Что это? Бумага? Хорошо, Ксюша, смотри. Что у тебя в коробке? Посмотрела? Да. Менять или нет? Не менять, да? Меняем? Меняем. И смотрим. Ой! У меня кружка с пингвином. Большая. Кружка с пингвином. А Ксюша с пингвином. Сейчас мама нам положит что там в коробочку, и мы будем снова смотреть. А теперь я смотрю, что там. Нам поставили коробочки, и Ксюша отворачивается, а я смотрю, что в моей коробке. У меня маленький миленький маршмеллоу, а у Ксюши огромный маршмеллоу. Отворачивайся. А я смотрю, что у меня тут. Очень вкусно. Давайте, теперь смотрите, Ксюша, я отворачиваюсь. У меня? Смотрим, тоже. О, у Ксюши такие звездочки. А у меня птички. У меня птички синенькие и беленькие. Отворачивается. Сейчас посмотрим. Ксюша с шоколадной начинкой. Я не люблю булочки с шоколадной начинкой. Я люблю больше крем-брюле. В самом конце. Наши напитки. У меня горячий шоколад, а Ксюша какао. О, вот пудра воды. Вау. Ой, я вижу, что там сахар. У нас уже есть там водичка. Ой. У нас там уже есть водичка, и мы воду уже будем. Мне прям шоколадом пахнет. Сейчас будем добавлять маршмеллоу. А сколько надо? Прям мусочку и сколько? Да много нет. Ой. Уже одна на полную чашку. Раз, маршмеллоу.
больше на масляной. Ой, какая вкуснота будет. Теперь я оставляю бамбуковую палочку, как сужу свою шоколадную трубочку. Красота! Посмотрите, какое у меня красивое какао. Все. Теперь посыпаем. Вкусно будет. И красиво. Ням-ням. Больше добавить. Люблю. Какая вкуснота. Ой. Ой.